Ну вот, друзья, Валентина Матвиенко нам рассказала 24 числа. Один год без путешествий за границу – это совсем не трагедия для вас. Это как раз к вопросу о том, что я говорила. Границы все закроют. И закроют их надолго. Не на месяц, не на два, а надолго. Поэтому, кто не вырвался до этого за границу, то вы рискуете остаться, конечно, надолго в состоянии, я даже не знаю, в каком состоянии будет Россия. Во всяком случае, все сегодня будут привязаны к тем местам, где они находятся. И я вот читаю новости из Дубая, где там тоже сказано о том, что продлили визу всем россиянам и всем, кто иностранцы находятся на территории Объединенных Арабских Эмиратов, им продлили визы с тем, чтобы как-то узаконить их пребывание на чужой территории. Но вот Валентина Матвиенко, она как раз... Понимаете, открытым языком нам не говорят. Вот закрыли границы на 2,5 года или на 1,5 года, да? Нам говорят вот такими намеками, полунамеками, как в данном случае Валентина Матвиенко, которая выразилась так, что сегодня представители туристического бизнеса, обеспокоенные, начинают осуждать ее заявление о том, что 24 апреля в эфире телеканала «Россия-24» она посоветовала россиянам не планировать никаких зарубежных поездок, путешествий. Она посоветовала россиянам не планировать никаких зарубежных путешествий в этом году, так как Россия и зарубежные страны не скоро в полном объеме снимут ограничения. Воздушное сообщение и коммуникации не наладятся быстро. Один год «Это ведь не трагедия», — сказала Валентина Матвиенко, которая находится за границей, конечно, друзья, но никак не в России. А вещать она может откуда угодно. Потерпеть нужно и тем, кому не сидится дома на самоизоляции. Никто не может сказать, какого числа мая или июня снимут ограничения. Вот когда, друзья, я вам на эту тему тоже говорила, мне, однако, люди не поверили. Стали кричать, да нет, да вот сейчас, да вот нам обещали, да вот уже объявили. Понимаете, объявлять, обещать, это не значит, что снимут ограничения. Это не значит, что выполнят. Потому что подойдет срок, когда вам объявили, то есть, скажем, в мае, да, середина мая или начало мая, там передвинут еще на 2 недели или еще на месяц. И так будет постоянно. То есть весь год вы будете привязаны и думаете, что вот-вот вас освободят. Но вы слушаете таких, как Валентина Матвиенко, в конце концов. Если не верится таким словам, когда я говорю, потому что я обычный человек, хоть и умею предсказывать, хоть и могу хорошо анализировать, но однако же я человек, не облеченный властью. Валентина Матвиенко облечена властью. Поэтому, когда она говорит о том, что май или июнь, и вообще, как бы вы на весь год вы забудьте о том, что вы будете выезжать за границу, а вы уже наметили себе поездку в это лето, то, значит, просто забудьте, потому что такие люди, как Валентина Матвиенко, у них власть в руках, она вещает только то, что ей прикажут власти. Конечно, издалека, конечно, это идет подготовка. Подготовка вас, моральная, психологическая подготовка к тому, что вам придется сидеть дома и довольно долго. По словам Валентины Матвиенко, внутренний туризм хорошо развивался в последние годы. А сейчас отрасль терпит серьезные потери, туристов нет, но надо готовиться к лучшему. Тем более в целом ряде регионов обстановка относительно спокойная, и есть вероятность, что они быстрее других справятся с распространением коронавируса, и тогда граждане смогут поехать, изучать, начать свою страну. У нас так много замечательных мест, удивительных, что это может даже пойти на пользу. Мы лучше будем знать свою страну. Внутренний туризм, думаю, получит свое развитие в этом году. А следующий год покажет, что будет происходить в мире. То есть вы должны понимать, что и следующий год еще не гарантия. Этот год вы просидите весь дома. А следующий год когда? С января начинается следующий год? Или со следующего лета, друзья? Тоже непонятно, да? То есть вы сидите и ждите, что вам объявят. Да она и сама не знает. Поэтому сегодня она и сама не может вам ничего объявить. Она только вам посоветовала ехать
по стране. Но вот если бы в стране у нас еще были гостиницы, если бы в стране был хороший туристический бизнес, если бы вообще туризм развивался в стране, мы бы говорили о том, что можно посидеть в стране, можно поездить по таким районам, скажем, москвичам ехать в Сибирь, летом там жарко, замечательно, но ведь и погоду нам такую нарисовали на это лето, что никому никуда не захочется поехать. Многих участников профессиональной группы Travel Presidium словоспикера Софреда, мягко говоря, расстроили. Совсем недавно ценой огромных усилий удалось согласовать с туристами перенос их весенних туров в зарубежные страны на более поздние даты. На ряде популярных выездных направлений, в первую очередь турецком, сохраняется надежда на возобновление туристических программ, если не летом, то хотя бы осенью. Теперь эти надежды перечеркиваются только одними фразами Валентины Матвиенко, которая не от себя лично, понятно, говорит такие вещи. Но, с другой стороны, друзья, тем, кто следит за событиями, вообще, я думаю, что вы многие следите и смотрите, насколько и как будет развиваться обстановка в мире, потому что особенно в России выпускать или не выпускать будут за рубеж или хотя бы в Крым выпускать или не выпускать. Но, возможно, в Крым поедут, если сейчас Аксенов, это глава республики, не закроет Крым. А речь идет как раз о том, что могут закрыть Крым до осени. То есть и здесь это направление туристического бизнеса или вообще туризма наших россиян закрывается. Куда дальше ехать? Но только, друзья, в деревне, которые все разорены и все закрыты. Ничего не осталось у нас в стране советов. Эх, хорошо в стране советской жить, да? И хочу еще сказать, что авиакомпания S7, это Владислав Филев, помните, у него жена разбилась, очень как-то своевременно разбилась. Может быть, она и осталась в Германии, а ничего она не разбилась. Но вот я делала ролик о том, как она разбилась тогда на вспаханное поле. Якобы в Германии упал ее самолет. И вот Владислав Филев сообщил, что в связи с тем, что вот так нарушены все полеты авиакомпаний, то восстановить международное авиасообщение невозможно будет ранее весны 2001 года. То есть лето мы пропускаем, зиму мы пропускаем. Даже и новогодние тоже каникулы отменяются. И только возможно, возможно, друзья, весной восстановится это авиасообщение. В Европе происходит то же самое. Тоже никуда люди пока не собираются ездить, потому что все схемы туристического бизнеса, вообще все нарушено, гостиницы закрыты во всех странах, принимать путешественников не могут, поэтому путешествовать в другую страну, я думаю, что сейчас все гостиницы разорятся, весь бизнес гостиничный рухнет. Если бы сейчас открыли границы и восстановили бы возможность ездить в другие страны, никакой большой бизнес гостиничный не мог бы рухнуть, с тем самым и не рухнули бы туристические компании. Но теперь, друзья, если предполагается до весны, вы понимаете, да, где до весны, там и вообще непонятно, до какого времени все это будет закрыто, то в таком случае гостиницы закроются все. То есть они, естественно, выгонят своих сотрудников, они, естественно, прекратят работу. А вот заново начинать работу сможет уже не каждая гостиница. Во всяком случае, как и с авиарейсами, видите, когда все нарушено, то заново включить систему правильного функционирования авиарейсов не получается. И я думаю, авиакомпании разорятся, лопнут все гостиничные цепи, то есть они работают совместно, как вы знаете, гостиницы, и все эти цепи гостиничные тоже должны будут лопнуть. И я не знаю, к чему мы придем. В общем, все вообще все рушится. Самое интересное и самое понятное, что люди перестали двигаться. Люди перестали двигаться из одной страны в другую. По стране им и то сейчас запрещено двигаться. Может быть, разрешат двигаться по стране. Насколько это точно, мы тоже не знаем. Предполагается, чтобы уже людей не нагнетать так, чтобы у них не кипело изнутри. Но одно дело кипеть изнутри. Может быть, по стране, конечно, разрешат передвигаться.
и более цивилизованным странам, что касается России. Но, видите, вводят какие-то электронные там паспорта, какие-то регистрации, что тоже не говорит о том, что это на 1-2 дня. Если бы эта регистрация не вводилась, можно было бы понять, что это на короткое время. А если вводится регистрация, вы должны понимать, что это очень на длительный срок. Во всяком случае, до следующего лета, вероятно, так, друзья. Ну и давайте, друзья, конечно, не будем нагнетать обстановку, потому что мне самой дурно от таких мыслей и самой неприятно. Летом нельзя себя оздоровить, нельзя поехать к морю, нельзя покупаться, потому что для людей это вопрос здоровья. Человек должен двигаться, должен и под солнышком позагорать. Тем более на Россию нагнетается какая-то странная обстановка с погодой. Ведь вся погода летом будет плохая. Насколько я прочитала прогноз погоды, будет плохая, да, обстановка, и везде будет прохладно. То есть лето как такового люди не увидят. Не будет жаркого лета, не будет созревших урожаев ваших, и вообще все рухнет. Если будут дожди, и будет облачно постоянно, будет холодно, то и человек-то, в общем-то, не согреется летом, чтобы в зиму войти здоровым и согретым, отдохнувшим. Никто из вас не отдохнет. Вот что готовят. То есть помимо вообще сидения дома, всех закрыли. А Валентина Матвиенко, она просто озвучила. Но она озвучила тоже из своей какой-нибудь квартиры в Париже или в Ницце. Озвучила такие слова, которые, в принципе, показывают, что туристический бизнес разорился уже. Не дают никаких шансов туризму в России более существовать. Все, друзья, закрывайте свои туристические фирмы, все разоряется. Думайте о том, что вы будете делать дальше. Думайте, как вы будете выживать на этом белом свете в условиях барана пандемии. Я Таня Карацуба, Сеид Бурхан.